Конечная, парни. Дальше пешком. Неужели? Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся, скоро будем дома. Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. На 10 часов. Вертолет, не высовывайте. Сосредоточься. Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты главное не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо, я же не солдат. Сторожить хрен знает, что у черта на рогах. Никто не... Я электрик. Еще тут электрощит 32А. Ну, знаете такое? У нас там электричество вырубило. Электрик, говоришь? А ну, попробуй, покажи. Он тебе не верит.
лично отправил. Злой как черт. Представляешь, вырубил электричество в такой момент. Да? Он тебя подозревает. О, серьезно? Сам полковник? Кажись, я вчера видел, как он уезжал из Чернобыля. Что подмога тебе не повредит. Спускаемся оттуда прямиком на станцию. Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Да, так себе, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Хорошо, я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Игорь, ты уверен, что эта штука работает? Да. Нужно только немного чернобылита. Минерал, который хранится в ласке радиоактивном помещении реактора. А еще его хранит полимер минор. Конечно, нет проблем, Игорь. Может, прибавку сделаешь, а? Мы еще далеко от золотого реактора. Радиация слишком большая. Начинаем с через спецназа, да? Антон, бери левого, а я позабочусь о втором. Оливер, да я это сделаю. Уж с русскими-то я справлюсь. Ладно, дело твое. Я тебя прикрою. Слезы под дождем. Бар не растет. Ты уверен,
солдаты не умник в белом халате. Здесь все еще 5 пар. Это же хорошо так. И утечки нет. Давай доложим сержанту, что тут все чисто. Рано еще. У нас четкий приказ. Уровень должен быть 3 пар. Что-то не так. Ты с кем разговариваешь?